Распаковка чек. Была в Реве. Покажу вам, что я купила, сколько стоит. Виноград. Вот такой виноград 500 грамм стоит 99 центов. Евро 500 грамм. Есть. Купила два вот таких сыра. Евро 99,1. За 2, грубо говоря, 4 евро. Купила вот такой сыр. Эндамер. Евро 59. Тертый. Евро 59. 250 грамм. Купила 4 булочки. Две такие. Не в булочной, а... Короче, две по 15 без семечек и 2 по 39 центов. Это по 39 центов и эти по 15. Купила молоко 1,5% себе обезжиренное 72 цента литр. И купила... Падам-падам-падам-падам. Купила вот такие две колбасы. У меня муж любит вечером смотреть телевизор и кушать колбасу. Значит так, вот одна колбаса Полин написано, да, наверное, польская. 320 грамм. Что написано? Краковская, да? Кракауар. Краковская колбаса. Это я смотрю этот чек. 3,49. И купила вот такую... Еще мини какая-то шмини. Мини штрек. Эти штрек. 3,29. И вот за это все. Ой, забыла еще. Купила фасоль вот такую красную. Вот тоже тут. Вот фасоль красная. Фасоль красная стоит. Не бачу. Вон он где-то должно быть, я не бачу. Ну, короче, 39 центов, по-моему. Не вижу, сколько это стоит. Хоть стреляй. Короче, вот за это все, практически ничего, я заплатила 17,27. Дорого или недорого? Не знаю.